наконец-то выползли из машины, отправили ребят бродить и заниматься шопингом. Так как я не шопинговая девушка, то ознакомлюсь с тем, что сейчас вижу. И также мы немножко окунемся в традиции, помимо истории этого города. А традиции такие, что в июле тут происходит фестиваль «Сенсей Камень», да, собираются из разных районов, и песни, танцы, пляски македонских народов. Кроме того, пляжи в округе есть Нео Ираклица, Амолофас и Нео Пирамос. С чистой кристальной водой и хорошим белым песком. Но также хороши музеи. Я уже упоминала археологический. И вот музей табака, который Пьер Херцог основал. Ну вот как-то так. Я не могу забраться на верхотуру. Там, где крепость. Но, может быть, неугомонный поснимал, я вам потом это все покажу. А мы с вами сидим, встречаем закат. И задумываемся о том, как хороша жизнь и какие подарки она нам дарит. И не забывайте о карпе дием. Берите все, что предлагает жизнь, с радостью. И, конечно же, с благодарностью. Обнимаю вас любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Кстати, вот там, видите, кактусовая. Красивая кактусовая клумба. Ну, тропики и есть тропики. Красота. Магнолия с шишечками, видите? Помните, кубанский кедр показывала, я сейчас магнолия. Ну, порадуйтесь красоте этого мира. И по моей рекомендации можно ехать в Кавалу. Потому как хорошо тут, не пожалеете. Мы переехали в Болгарию с целью того, чтобы тут была база для путешествий в Европу, потому что очень было хлопотно и накладно все время возвращаться в Торонто. Допустим, поехал в одну страну, возвращаешься обратно. А здесь все-таки можно из болгарской базы, что есть Светевлас или Бургас. Там, где у нас есть недвижимость, можно отсюда красиво путешествовать. Ну, вот такого я вам желаю. И хочу попрощаться, сказала. Я люблю вас, люблю. Чао-чао, мои прекрасные друзья.